В этом месте есть что-то странное. Тут другая энергия. Она мало похожа на Датамир. Да, Датамир многогранен. Его древняя сила сокрыта в тенях. Богана кажется более простым, но все же я не могу его разгадать. Богана — необычное место. Зефа не просто так построили здесь хранилище. И все ради того, чтобы укрыть твой Голокрон? К чему ты клонишь? Эта планета веками оставалась почти нетронутой. Уверен, что жизни, которые вы хотите спасти, были в опасности и до вашего вмешательства. Мы больше не на Датамире, это точно. Да, это так. Ты так ее представляла? Я про остальную галактику. Она огромна. Моя жизнь на Датамире кажется блеклой. Я также себя чувствовал на Браке. Под грузом прошлого мир кажется меньше. Думаю, на Богомоле мне понравится. Джедаи, которых мы тренируем, помогут создать галактику, где уважают и оберегают такие места. И это их выбор или ваш? Мы нужны друг другу, чтобы выжить. Не знаю, возможно ли это без джедаев. Защищать их — наш долг. Как скажешь. Думай о своей миссии, Кэл. Кэл, есть минута? На пути сюда ты многое преодолел, но хранилище все еще загадка. Кордова спрятал внутри Голокрон. Вот что важно. Я должен его найти. Чтобы его защитить, Кордова сделал испытание опасным. Ты за меня волнуешься. Я не хочу обучать этих юнлингов в одиночку. Я справлюсь, Цере. К тому же со мной беди. Я знаю. Но будь осторожен. Возможно, с таким вы двое еще не встречались. Спасибо. Мы готовы. Мы оба. Берегите друг друга. Готова к тому, что предстоит? Да. И я знаю, что ты тоже готов. Нелегкий путь тебя многому научил, Кэл. И ты тоже. Спасибо за добрые слова, Кэл. Но меня не будет рядом в хранилище. Нет, ты будешь. Просто по-другому. Я рада, что мы нашли тебя, Кэл. Удачи тебе. И не забывай. Думай, прежде чем действовать. Подозреваю, испытание Кордовы не каждому по плечу. Да прибудет с тобой сила. Так, ну и нам нужен, на самом деле, еще и Грис. Может быть, он с нами поговорит, даст какое-то напутствие. Эй! Постой! Я знаю, ты собираешься достать этот Голокрон. Здорово, ты запомнил. Хочешь со мной? О, нет, ни за что. Я просто хотел сказать, дети, которых мы должны найти, им с тобой повезло. Им повезло с нами. Это наше общее дело, Грис. Если честно, я надеялся, что ты это скажешь. Потому что, сам понимаешь, одними волшебными трюками им не обойтись. Неужели? Практические советы, ролевые модели, пример для подражания. Знаешь ли, управление кораблем — тонкое дело. Но это если я буду рядом. Я запомню. Ну, вот, хорошо. Ну, удачи, приятель. Вы с Мэрин поладили? Да, она по-прежнему меня пугает. Это оживление мертвых и все такое. Но если она меня не убьет... Не убьет. Все будет хорошо. Да-да, ты уже это говорил, но... И ты все еще жив. Пока что. С тобой ничего не случится. Мы боремся за общее дело, Грис. Забавно, что все заканчивается там, где началось. Да, помню, как мы впервые сюда прилетели. Я уже говорил, я был уверен, что ты не... Джедай? Джедай или нет, я был уверен, что ты не тот, кто нам нужен. А теперь? Теперь, джедай или нет, ты тот самый. Слушай, я до сих пор не понимаю эту силу, но я точно знаю, что ты крепкий орешек. Спасибо. Ты тоже. Это так. Я и правда молодо выгляжу для своих лет. Договорим позже. Так, ну что ж, нас ждет древнее хранилище. Новая задача у нас отмечена на голокарте, но мы с вами прекрасно и так знаем, куда нам идти. Так, ну я бы хотел помедитировать и таким образом сохранить наш прогресс. Так, можно посмотреть, на самом деле, по древу навыков. Может быть, на что-то нам придется подкопить, может быть, нет. О, выстрелы из бластеров! Подойдет. То есть во время бега мы даже не должны будем... ставить блок.
чтобы отражать вот эти попадания. Так, притягивать. А это что такое? Атака в рывке. Ну, блин, на самом деле, может быть, нам пригодится, но... По правде говоря, тот сильный прием, который у нас есть, который разучил Кэл, я думаю, что этого вполне нам будет достаточно. Ой, о, привет. Да, теперь мы с вами можем, смотри, вот это вот притягивать. Это будет прям, я так понимаю, супер-мега-короткий путь до нашего древнего хранилища. Так, тут нас, как я понимаю, нужно... Опа-на. Ну да. Не, ну сык это, конечно, потому что... О, жабы тут как тут... Тихо! Как же так-то? Ну, слава богу, там не пропасть. А иначе было бы прям совсем худо. О, еще одна. Я чувствую что-то необычное. Прозвучит странно, но... Я думаю, что это Астриум. Чем ближе мы к хранилищу, тем сильнее это чувство. Осторожно, приятель. Мы пока не знаем, как это работает. Ну, вперед, беги. С этой стеной. Да, давай проверим. Я оставляю архивы цивилизации тем, кто придет после нас. Даже мудрость и технические достижения не спасли нас от вымирания. Догматизм сбил нас с пути гармонии, и со временем гордыня погубила нас. Чем больше контроля мы желали, тем сильнее разрушали себя. Я веду остатки своего народа в неизвестность, в надежде, что мы обретем покой. Я научу их владеть силой. Мастер Кэстис. Мы начнем с физической подготовки. Что такое сила? Соберитесь вокруг. Мастер Кэстис, думаете, Империя нас найдет? Нифига себе, мастер Кэстис! Это прикольно. Так, почему-то здесь у нас какой-то неприятный путь, то есть все разрушено, какие-то обломки. Надеюсь, у этого видения будет хэппи-энд. Это Империя. Мастер, мы будем с ними биться? Инквизиторы нашли нас. Они идут. Траншеи! Не стоим! Найдите укрытие! Захватить юнгов, остальных убить.
Они пошли! Огонь! Ищем. Они не могли далеко уйти. Это цель! Мастер Кэстис, помогите! Выдвигаюсь! Сосредоточиться, их тут много. Да, сэр. Не спрячешься. Ты умрешь. Кэл Кэстис. Сдайся сейчас, и мы пощадим самых юных. Вот так, на колени. Мне страшно. Что с нами будет? Мастер Кэсти, зачем? Я не хочу здесь быть! Ну нет, блин, что это за фигня? Блин, какие-то стрёмные видения. Чего? Не, ну подожди, ему определенно эта форма, во-первых, не идет, не к лицу, а во-вторых, что за фигня? Я знал, что встречу тебя здесь. О, какая удивительная прозорливость. Я-то думала, что ты славишься упрямым упорством, из-за которого постоянно страдаешь. Тебе стоило устранить меня еще на браке. Часть плана. Я сохранила жизнь Падавану ради приза, что дарует мне благосклонность Императора. Думаешь, я позволю тебе забрать Голокрон? Конечно нет. У нас обоих есть гордость, но твоя обрекла на смерть всех чувствительных к силе детей из списка. И тебя самого. Ты права, Трила. Я упрямый. Так, ну вот это, мне кажется, будет на самом деле нелегкий бой, потому что больно она крутая. Все, бегаешь. Ух ты, хорошо получилось. Так, может быть... Ах ты, блин. Я и не такое переживала. Слабая техника. Офигеть, офигеть, офигеть. Эй, друг, Стим. Повезло. Да блин, да что ж такое? Не, вы гляньте, что происходит. Ну давай, 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 давай. Во! Вот это неплохо. Куда пошла? Ты
Ах ты! Все бегаешь. Все бегаю. Ну, что делать? Что, да блин, опять я на этом моменте. О, давай. Я и не почувствовала. Осторожнее с мечом. Он был в аду. Останьтесь. Мы должны держаться вместе. Нет. Я отвлеку их, а потом вернусь к вам. Охраняй юнлингов, Трила. Да пребудет с вами сила. Учитель, останьтесь! Трила, что с нами будет? Не бойся. Не бойся. Да, зато теперь у нас есть ее меч. Давайте почитаем запись о рождении Инквизитора. Ну, мы с вами все видели, ребят. Нам, короче, нужно возвращаться обратно. Так, вроде бы. Ну да. Так, подожди, на всякий пожарный. Надо помедитировать и... восстановить стимы. Ребят, ну если у нас вдруг предстоит еще одна битва с этой стрелой, это, конечно, будет очень потненько. Потому что вроде бы боссик у нас непростой. Нашел цель! Тот штурмовик мертв! Давай, давай! О! Остановить нарушителя! Нужно найти брешь в защите! Какая брешь, блин? Тебе не победить! Да, я ж прокачался, блин, я забыл про это. Поймаем его! Так, давайте-ка мы с вами вот сюда. Здесь у нас, я так помню, мастерская была. Когда мы с вами бегаем по стенам, бежим, мы с вами автоматически это все отражаем. Ну-ка, давай еще раз. Вот так. Так, подожди. Вот сюда. Так, ну и до корабля нам совсем, ребятки, немного. Так, прыжок. Ух, отлично.
Ну что, сейчас мы с вами покажем трофей, который нам удалось раздобыть. Подожди, что он? Что там? Что хочет? Флора-фауна, да? Туннель богликов. Так, все. Я на корабле. Цере. Я все видел. А тебе и Трилли, и через что вы обе прошли. Мне очень жаль. Я был глуп и самонадеян. Я и не представлял, что с тобой было. Голокрон у нее. Но куда она направится? Я в ответе за путь, который выбрала Трилла. Ее действия сейчас — расплата за все мои ошибки. Наши ошибки? В прошлом? Да, мы в ответе, но в наших силах все исправить. Твои слова, Цере. Ты прав. Я знаю, где искать. Есть крепость, куда ведут джедаев, а выводят инквизиторов. Ужасное место. Я сбежала оттуда. Не думала, что снова вернусь. Теперь ты не одна. Ты пойдешь с другом. Нет. Со мной пойдет джедай. Склонись. По праву совета, по воле силы, Кэл Кэстис. Встань, рыцарь-джедай. Теперь ты готов. Как и ты. Ты отлично справляешься, Кэл. Я рада, что ты с нами. Галактика сама себя не спасет. Это нелегкая задача. Уверен, что ты готов? Я справлюсь. Это лучше, чем прятаться на браке. Я побывала на многих планетах галактики, пока искала тебя. Если мы не остановим Империю, всем конец. Даже тем, кто прячется. Я готов. Хорошо. Наверное, ты часто была здесь с Кордовой? Нет. Он никогда не приводил меня в это место. Но рассказывал о нем. Только я знала координаты. Он доверял тебе? Да, пожалуй. Он ожидал, что я поверю ему и закончу то, что он начал. Надеюсь, он был прав. BD-1 так считает. Он умный дроид. BD-1, присмотри там за Кэлом. Так, нас интересует крепость. Так. А, между прочим, у нас планета Нур. Так, а что если... Подожди, какой Илум? Что-то я не совсем понимаю. Подожди, а... Датамир? Кашиик? Ну, тогда получается, наверное, все-таки сюда. Грис, дай знать, если заметишь имперцев. Так точно. Вы хорошая команда. А иначе мы бы уже давно были мертвы. Не так-то просто укрыться, когда тебя преследует Империя. Мы выбрались из стольких передряг, что и не сосчитать.
Помнишь, как нас приняли за контрабандистов? Такое забудешь. Ты тогда соврал, что мы перевозим партию ребрышек к Аду. А потом у нас спросили, что это. О, да! И я перечислил 18 способов их приготовления. А зачем? Чтобы отвлечь. Мы так всех запутали, что нас отпустили. Мало того, мне заплатили за рецепты. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Дело дрянь. С их-то защитой нашим обычным трюком не сработать. Я помогу. Каков твой план? Ритуал. Он скроет корабль. Наверное. Ритуал? Да, она в этом деле мастер. Что? Так-так, минутку, постой. Что для этого нужно? Нужна жертва. Твоя рука как раз подойдет. Стой, что? Я пошутила. Идите за мной. Дайте мне сил, сестры, мать, дайте мне сил. Эти ее штучки работают. Какие у нас шансы? Ставлю на тебя, парень. Пойдем, друг. Как будем внутри, я возьму на себя их защиту и собью их датчики, чтобы Богомол нас вытащил. А ты найди Голокрон. Зачем разделяться? Я чувствую. Жизнь каждого ребенка из списка на кону. Что бы ни случилось, что бы ты ни увидел, обо мне не думай, просто бери и уходи. Крепость уже рядом. Пора. Так, что у нас по записям в банке данных? Решимость джедаев. Прикольно. Это и правда отважные ребята. Так, подожди, нужно, я так понимаю, нырнуть. Да, здесь проплыть. Так, нифига себе, они комплекс построили под водой. Ух, они! Это, ребятки, у нас оборонительный периметр, как гласит надпись. А я так думаю, нам нужно проплывать вот сюда. Здесь у нас... Ну, я буду надеяться, откроются двери. Есть! Отлично!